вот 31 августа, 31 июля 2021 года, вот такая 1 августа. Фан-зона. А сегодня 1 августа, а я везде 31 июля говорю. А сегодня 1 августа, вот так, 1 августа, возле Волейграда, вот такая фан-зона по просмотру пляжного волейбола и просто волейбола. Спонсоры, понятно, Газпром, Алрос. Вот такая, видите. И вот идет финал сейчас. Зверев Хачанов, финал теннисного турнира. Вот видите, еж, возраст неизвестен, рост 190 сантиметров. Возле вот такого ежа сфотографироваться. Расписание фан-зоны с 23 на 7 по 8 08. Вот сейчас мы здесь посмотрим. На август, видите, нету, на июль есть расписание, на август нету. Будь в игре, ну а то очки выбивать, ничего здесь сейчас нету. Наши волейболисты, вижу, Стояновский и Красильников, лучшая пара по пляжному волейболу. Какой навес. Очень высокая влажность. Ну, Зверев выигрывает у Хачанова 4-2, как и предполагалось. Но вот условия все одинаково находятся. Эти народу сейчас немного. Вот такая арочка здесь. Вход территории активного отдыха. Хорошая задумка. Ну, здесь, когда наши волейбол, пляжная игра, здесь народу побольше. Сейчас видите. Турнира отличная задумочка.